Тихонова Юлия, Чувашская Республика. Это первый конкурс, в котором ты принимаешь участие? Нет, это уже по счету 4-й конкурс. До этого я участвовала в конкурсах моей республики, заняла первое место в топ-модель Чувашии 2014 года, потом первое место в мисс Чувашии 2015 года, и также я вошла в топ-10 мисс Волга 2015 года. Это мой 4-й конкурс. А зачем вообще девушка участвует в конкурсах красоты? Я думаю, попробовать себя в чем-то новом, набраться уверенности, почувствовать этот взгляд со стороны, набраться уверенности, наполниться той женской энергией и дарить ее своему любимому мужчине, окружающим, близким. Хорошо. Ты у нас поставишь челлендж. Если бы у тебя были неограниченные ресурсы, то что бы ты в первую очередь принесла бы в свой регион? Я думаю, я бы начала развивать Чувашскую республику как край национальных костюмов, как край вкусных кондитерских изделий. У нас известная кондитерская фабрика «Аконт», самые вкусные конфеты, которые когда-либо пробовала. Я думаю, я бы начала развивать республику нашу как край очень вкусных национальных напитков. У нас развито хмелеводство. Расскажи про атмосферу «Мисс России». Это уже не первый день. Что у вас здесь происходит? Как вы тут общаетесь? Каждый день у нас тренировки по утрам. Днем и вечером мы занимаемся подиум, актерским мастерством, танцами. И коллектив у нас очень хороший, дружный, сплоченные девушки. Друг другу мы помогаем. И уже стали так близки, почти как семья. Ну хорошо, напоследок. Когда ты станешь «Мисс России», что дальше? Зачем тебе это нужно? Если я стану «Мисс России», дальше я поеду на международные конкурсы, покорять и развивать нашу страну на международном уровне.